Срочные новости, ребята. Блочит ли Google биткоин и криптоконтент не только на YouTube, но также и в Google запросах? Сегодня я покажу вам все улики и доказательства того, что происходит, по моему мнению, уже в третий раз за всю историю биткоина. Вы увидите, как это было в прошлые два раза, а также я покажу вам поведение цены биткоина практически сразу же после первой блокировки и после второй, что, скорее всего, произойдет и в этот раз после третьей. Я знакомлю вас с причиной таких действий Действия, одной из которых является обновление ядра google 4 мая а также я располагаю инсайдерской информации от друзей из других медиа источников и других сайтов которые тоже сейчас наблюдают массовое снижение трафика от google не пропустите это ведь это касается каждого из вас обязательно присядьте и нажмите лайк чтобы это видео попало в тренды до того как его могут заблокировать а его реально могут заблокировать обязательно пошумите в комментариях и поделитесь этим видео с друзьями это очень важно ведь через пару часов это видео может быть недоступно. Добро пожаловать на канал Богатейший Ди, друзья, и традиционно сразу перейдем к делу. Пока что, как вы видите, у нас было три блокировки от Google. Последняя началась прямо только что. Первая была 4 июня 2019, в то время как вторая, где нас тоже зацепили гугловцы, была где-то на Рождество 2019, около 17 декабря. И как вы видите, каждый раз после этого цена биткоина взлетала вверх. Но давайте обо всем по порядку. Если помните, первая и вторая блокировка криптоконтента сопровождалась страйками и предупреждениями в адрес крипто ютуберов, после чего те больше не могли загружать контент как минимум две недели. Меня, кстати, и на этот раз так предупредили. Мол, их контент опасный и вредный. Сейчас Google блокирует контент в тихую. Это заметили многие криптоблогеры. Альткоин, Дейли, крипточика, ММ крипто. Ну и, конечно же, этого не мог не заметить и я. Как вы видите, просмотры значительно уменьшились, и это не от того, что людям перестало быть интересно, а от того, что криптовалютную тематику втихую выбрасывают из рекомендаций и поиска. Забавно, что и на англоязычном ютубе, и на нашем русском родном все идентично. Так выглядит график просмотров ММ MM Крипта, а так выглядит одно из моих последних видео. Видео активно набирало просмотры, потом YouTube убрал его из рекомендаций поиска, а затем просмотры снова полетели. Чтобы вы понимали, обычно этот график выглядит так. Он либо находится в серой зоне, либо поднимается выше. Это, кстати, из моей YouTube аналитики. Сейчас, конечно же, причина, по которой я делаю это видео, наличие весомых доказательств того, что все это не случайно. Ведь я думаю, что сейчас Google отслеживает крипто и биткоин контент. У нас было предположение, что эта зачистка началась из-за всех этих стримов, которые разводили честных людей на их криптовалюту. При этом взламывали или как-то покупали чужие большие каналы. И в этом крылась бы причина, по которой они отслеживают определенные хэштеги и закрывают эти каналы. Однако это, видимо, не тот случай. А потом я проверил состояние цены биткоина в моменты этих зачисток и тогда меня озарило. Взгляните, вчера вышла новость о запуске нового майского ядра Google и это обновление алгоритма того, как работает эта поисковая машина. Исторически Google обновляет ядро каждые несколько месяцев или около того. Последнее обновление было запущено в январе этого года. Что ж, друзья, все мы можем вспомнить декабрьско январскую криптоблокировку на YouTube и она кажется снова в действии. На этот счет у меня есть подтверждение от других медиаисточников. Давайте же вернемся к последним блокировкам. Если вы посмотрите на первую блокировку криптоконтента от Google, это было 4 июня 2019. Тогда пострадали не только YouTube каналы, но и новостные порталы, ресурсы, связанные с криптовалютой. BlockT.com, AMB Crypto, Daily Hodel, Investing Blockchain, Bitcoin Exchange Guide и так далее. Ну и YouTube, конечно же, известный новостной криптовалютный портал тогда это не задело только гигантов Cointelegraph и Coindesk. Давайте вернемся к этому, как видите, когда-то даже CCN, один из самых важных порталов, даже он закрылся после июньского обновления ядра Google. Портал прожил 6 лет и 10 июня 2019 умер. Причиной смерти ресурса оказался Google, тогда происходило очередное обновление ядра гугловской машины и множество криптовалютных сайтов упало в трафике, там не было активности, не было нового контента, трафик рухнул на 90%. И ребята, просто подождите до конца. Вам башку снесет, я вам обещаю. Также U Today криптовалютный новостной портал абсолютно легальный, ничего противозаконного. Он страдает от этого, они сообщают об очень значительном снижении трафика со стороны Google. По факту мы говорим о 20, 30, 40 или даже больших процентах падения трафика, и масштабы только растут. Что мы сейчас здесь видим, так это очередная блокировка контента о биткоине и криптовалюте. И я покажу, почему сейчас самое идеальное время. И нельзя было выбрать время идеальнее. Вот быстренький дисклеймер. Все это мои предположения, но я обосновываю их на фактах. Все, о чем я говорю, это моя личная трактовка ситуации. Но сейчас все настолько очевидно, что я отказываюсь дальше верить в совпадение. Сами посмотрите. Вторая крипточистка от Google, которую мы пережили, произошла где-то 17 декабря 2019 года. Тогда тоже пострадало множество криптоблогеров и крипторесурсов. Все они попали под раздачу Google приблизительно на Рождество 2019. Как видите, в те дни на Телеграфе вышла статья. В ней говорилось о том, что в беседе с ними YouTube признал умышленное снижение трафика криптоконтента, что было ошибкой, по их словам, и они все исправили. А теперь давайте сложим все вместе. Вернемся к графикам. Взгляните на первую блокировку от Google 4 июня, и случилось это точно на этой свече. Точно на этой свече, которая просадила цену до самого локального дна. И далее Google забанил криптотрафик. А что же было потом? Цена взлетела на 100% до 14 тысяч долларов. Поймите, я я бы не записывал это видео, если бы не это просто потрясающее совпадение. Тютелька в тютельку. Бан от Google и свеча на самом дне. Типа это не совпадение. А теперь посмотрим на вторую блокировку. Вот опять свеча, локальное дно. 17 декабря и блокировка криптоконтента от Google. Что было потом? Рост цены от 6,5 до 10,5 тысяч примерно на 80%. И что же сейчас происходит? Давайте приблизим и посмотрим. Сейчас, как вы видите, то же самое происходит ровно перед халвингом. Третья, блокировка трафика криптоконтента прямо перед халвингом. Лучше времени не придумаешь. И я не утверждаю на 100%, что Google делает это умышленно. Но сейчас, к сожалению, все факторы на это указывают. Я также хочу предупредить Google или YouTube. Если вы это смотрите, я пытался общаться с вашей техподдержкой как через лайв-чат, так и через электронную почту. Я очень хочу, чтобы вы ответили на просьбы всех публичных криптодеятелей, потому что блокировать криптоконтент смысла вообще нет. Знаете, что они ответили? Вам нужно работать над своей репутацией, работать с аудиторией заслужить ее лояльность. Как будто у меня всего этого нет. Сколько я уже сделал видео? Почти 4 сотни. Скольким рекламодателям я отказал? Да всем. У меня было только две рекламных интеграции за всю историю. Как будто я не работаю над своей репутацией своим каналом. Так что опыт с техподдержкой был разочаровывающим, а теперь мне и вовсе не отвечают. Ребята, поэтому я призываю вас к действию хотя бы вы меня не игнорируете. Это огромный, сильнейший призыв к вам. Нажмите на колокольчик, чтобы получать все уведомления. Напишите комментарий, поставьте лайк. Цена биткоина растет, и мы с вами должны сейчас действовать как одно большое комьюнити. Мы уже в контакте с большими медиаизданиями, и мы не хотим, чтобы YouTube с нами так поступал. И мы также не хотим, чтобы так делал Google. Помните, мы с вами единое целое. Меня зовут Богатейший Ди. Берегите себя.